может быть, инсайдер. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Пока угловой, подача в штрафную Евпатории. Здесь справляются, казалось, Евпаторийцы. Новичок пытался нанести удар, но Османов все-таки забивает и указывает на центр. Вериковский не успел, я еще представить даже арбитра сегодня. Удар отсюда будет наносить Валентинов. Мяча.
подача идет и бьет выше ворот.